Совсем недавно еще этот парень дебютировал во взрослой борьбе, и вот, пожалуйста, в прошлом году сделал золотой дубль, чемпионом Европы стал, в том же самом конце чемпионом мира. Собирается продолжать в том же духе. Ну, а пока работает первым номером в этой схватке, которая станет решающей по состоянию Дагестана и Осетии. Весовая категория до 61 килограмма, родная для Басгаджи Магомедова, хотя совсем недавно он объявил о том, что переходит в следующую весовую, совсем скоро 65 килограмм. Его соперник Александр Сабанов является частым гостем на Дагестане. Первенство России среди молодежи и также очень красивую борьбу демонстрирует, очень талантливый, с богатым потенциалом спортсмен. Ну и сейчас оба спортсмена демонстрируют на голове неуступную борьбу, которая Басгаджи Магомедов сейчас пытается навязывать свое давление и диктовать свой темп своему сопернику. Пока все нормально. Активность в исполнении Сабанова, забирает ногу, отбрасывает на Басгаджи Магомедов и в то же время пытается из этого положения, неудобного положения, осуществить контратаку. Сантиметров края ковра остывает его спортсмена. Без оценки завершается эпизод. И 30 секунд активности дает Александру Сабанову. Совсем недавно, в январе этого года, Басгаджи Магомедов побеждал в финале Ярыгинского турнира в Красноярске. И вот теперь находится уже в родном для себя Дагестане. Ключевой встречи матчера в Красноярске Дагестана. Сидя забирает ногу Басгаджи. И будет пытается посадить своего соперника. Да, удается ему забрать 2 балла, 3-0 уже впереди. Дагестанский спортсмен. И 9 секунд остается до конца первого периода. Еще 2 балла забирает Басгаджи Магомедов, 5-0. Вполне себе уверенное преимущество за 2 минуты до конца схватки. Поэтапно набирает обороты Басгаджи Магомедов.
все по баллам. Возможно, Магомедова с 1-0 по этому эпизоду. И говорю, что очень опасная, я бы сказал. Угрожающие обороты. Минута до конца остается. Александру Сабанову нужно идти вперед, несмотря на табло, потому что здесь остается только один рецепт. Атака, и еще раз атака. Ну и хочется увидеть напоследок, что называется, финальный аккорд. Красивую борьбу, которая поставит жирную точку. Подведет черту под сегодняшним турниром. Последние 5 секунд схватки.